Всем привет, с вами Пинки Пайс, канал MLP Челси Браун. И сегодня я снимаю видео вызов принят номер 2. Я собиралась снять, в общем, там было не очень много вызовов, но вы же пишите свои вызовы в комментарии, поскольку я их жду с нетерпением. И первое, я начну с вызовов от MLP Rainbow Dash. Это нарисовать себя с закрытыми глазами. Так, вы будете уверены, что мои глаза закрыты, но я вам не буду показывать. Ну, в принципе, будьте уверены в этом. Так, сейчас я возьму ручку и проверю, пишет ли она. Ну, вроде как она пишет, но если она не пишет, то мне придется все объяснять. Значит, давайте начнем. Я буду рисовать себя тогда закрытыми глазами, типа автопортрета. Так, давайте начнем. Буду я рисовать себя. Так, и рисую рот, который у меня вообще никогда не получается. И волосы. Надеюсь, что у меня хоть что-то получается. И хоть... О, Господи! Я сейчас посмотрела, что у меня получилось. Вот, я нарисовала свой автопортрет с закрытыми глазами. Это просто что-то, да? Автопортрет. Вызов принят. Итак, второй вызов – это выпить литр воды. Сейчас я, наверное, найду. Так, вот эта вода! Вы не поверите, 250 грамм. Вода 250 грамм. Сейчас я буду пить 4 раза. Я уже обожглась этой водой, потому что она горячая совершенно. О, Господи, я не знаю, как я это выпью. На горячее. Надеюсь, я справлюсь с этим заданием. Вода. Горячая. Усложнила себе задание. Сейчас я буду потихоньку пить. Я не выливаю. Я знаю, что в этом нет никакого смысла, но я добавила воду в заварку. Не знаю, я сумасшедшая или нет, я добавила молока. Но сколько я добавляла, там было больше. С третьей попытки я все же пью этот литр. Выпила все же я 250 грамм еще 3 раза. Вторая кружка пошла. Не та же, а новая. Если я лопну, то я не знаю. Подпишитесь на меня все. А вдруг я не выдержу? Я должна выдержать. Не знала, что это так тяжело. Пишет легко, а вот как тяжело. Я выпила пол-литра, и меня уже тошнит. Просто тошнит. Но я был первым, был даже, ну за что ты так? Ах, вызов не принят. Пол-литра воды.
Так, продолжаю. Я, кажется, еще не продохнула от этого. Понимаете, чего? От пол-литра воды. Но, в общем, следующий вызов от MLP My Love. Извини, что я не смогла выбрать твой вызов, потому что у меня нет яблока. Яблоко. Ну, что там еще? Неважно. В общем, раскрой съесть банан без помощи рук. Без понятия, получится ли у меня или нет. Ну, как я это буду делать? Может быть, как-то примерно вот так. Ой. В общем, сейчас я буду есть банан. То есть без помощи рук, без помощи рук. Раскрыть его. Ну что это? Что называется вызов не принят. Банан без помощи рук есть, я не могу. Я не Катя Клэп. Все, тогда закончили с бананом. В общем, это было все. Всем пока, с вами была Пинки Пай и Челси. Всем пока-пока.